Машка познавашка. Привет, ребята! Что происходит? Смотри, умняшка, какой хулиган! Нарушил правила и решил сбежать. Нет, такие дела у нас не проходят. Позади полиция. Ты попался, дружок. Осторожно, машинка. Лучше сдайся, не надо бежать. Ух, и водитель! Похоже, надеется, что уйдет. Да нет, не получится. Дорожный патруль на хвосте. И значит, скоро догонят. Ну, конечно, догонят. А за плохое поведение придется ответить вдвойне. Не зря же они так много тренируются. Все верно, умняшка. Это очень большой труд. И все старания не проходят даром. Давай посмотрим еще минутку. Ну вот, я ж говорила, они большие молодцы. Экзамен сдан. Теперь посмотрим другую трассу. Еще один гонщик. И также надеется, что сбежит. Но не тут-то было, дорогой друг. Давай, тормози, все равно ведь догонят. Даже не думает тормозить. Оуч, похоже, приехали. Лучше бы сам нажал на тормоз. Ага, это точно. А так и бампер повредил. Теперь жди. Полиция едет. Интересно, успеет полиция притормозить? У нее получилось. Правда, бампер немножко пострадал. Да ладно, бампер. Главное, нарушитель в ее руках. Ну или как там? Все верно, умняшка. Здесь полный порядок. А нас с вами ждет еще один трек. Вау, вау, какая машина! Ой-ой-ой, похоже, я все поняла. Да-да, умняшка. Эта красотка и есть нарушитель. И ей придется за это ответить. Да, вижу, я вижу. Ну что ж, все должны помнить, что так делать нельзя. Попалась машинка. Ну все, теперь будешь знать. Все запомнили, как нельзя на дороге. Нарушения ни к чему хорошему не приводят. Все верно, умняшка. Дорожные правила для того, чтобы их соблюдать. А как вы думаете, ребята? Пишите нам, и мы все обсудим. Ну а теперь пока-пока.